Согласно документу, уже до 20 ноября вице-губернаторы должны представить главе региона проекты по сокращению работников краевой администрации и органов исполнительной власти. На этом этапе число сотрудников должно стать меньше на 10%. А к 1 февраля следующего года должны быть готовы документы для завершающей стадии оптимизации. После этого краевую администрацию покинут еще как минимум 15% чиновников.